Установили вот такой котел, то есть на 25 киловатт. Вот такой дымоход получился. Котел Битерм Кобра. То есть мы его запустили минут 15 назад. Установка котла 70 градусов. Вот он уже набрал 57 градусов. Вот такой котел, бункер. Энергосберегающие насосы, чтобы меньше энергии потребляло. Потому что у нас стоит вот такой инвертор и аккумулятор. То есть свет отключит, котел будет работать от аккумулятора. Ну вот насос косвенника, рециркуляционный насос, потому что у нас есть вот такой вот бойлер косвенного нагрева. То есть примерно вот так это все выглядит.